Акция «Георгиевская ленточка» по традиции в преддверии Дня Победы проходит в российских городах. Тысячи волонтеров по всей стране раздают эти символы всем желающим. А сегодня в Москве в Парке Победы активисты движения «Молодая гвардия» развернули 30-метровую георгиевскую ленту. Каждому из пришедших на мероприятие предложили написать на ней слова благодарности и пожелания ветеранам. А после ленту повезут по местам боевой славы России, Беларуси, Украине, Молдавии.